Только в прошлом году в Алтайском крае более 1500 детей появились на свет раньше срока. Как правило, таким малышам необходима ранняя реабилитация для дальнейшего полноценного развития. В Барнаул приехали специалисты из Липецка, Новосибирска, Красноярска и Кемерово, чтобы поделиться опытом работы с недоношенными детками и детьми с ограниченными возможностями здоровья. А у нас в гостях Елена Игнатьева, врач-неонатолог, эксперт в области грудничкового плавания, город Кемерово, и Евгения Толочко, директор благотворительного фонда помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Путь к мечте». Здравствуйте. Спасибо, что в этом напряженном графике вы нашли время, приехали к нам в студию. Расскажите, чему посвящена конференция? Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Конечно, конференция посвящена вопросу подготовки специалистов в области гидрореабилитации в городе Барнауле. Так как проблем у нас много, дети все разные, начиная от аутизма, заканчивая детьми там, синдромом Дауна. Поэтому мы старались в рамках своей конференции рассмотреть все аспекты взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях водной среды, да, то есть в условиях бассейна. То есть мы пригласили на площадку тренеров по плаванию, которые уже занимаются с такими детьми. Ну, тоже достаточно большое представительство было, большая делегация из Новосибирска у нас приезжала, Барнаул, Рубцовск, Бийск, там несколько человек у нас было. Вот. Ну, в основном, конечно, Барнаул, потому что вот у нас площадка была одна из крупнейших центров именно реабилитации городской. Елена, расскажите, насколько для вас важно присутствие на конференции? Ведь опытный специалист вроде как бы есть чему поучиться. Ну, во-первых, здравствуйте. Спасибо за приглашение и Женя, и Лена. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность вот на этой Алтайской конференции осветить определенные проблемы и вопросы, касаемые именно недоношенных детей. Почему недоношенные дети в рамках вот именно этой конференции по гидрореабилитации детей с ограниченными возможностями? Ну, потому что ясно, понятно, что это как раз тот самый пласт, из которых дети, то есть из недоношенных детей, риск получить ребенка с ограниченными возможностями или попросту с инвалидизацией значительно выше, чем у доношенных детей. Вот. Поэтому эти специалисты, им крайне необходимо и важно знать, как, в чем особенности недоношенного ребенка, в чем особенности его здоровья, какая у него анатомия, какая у него физиология, какие моменты нужно учитывать при работе с этими детьми, потому что можно же и навредить. Вот. Для того, чтобы не навредить, специалисты должны обучаться. Просто так в руки брать ребенка нельзя. Нужно правильно обучать мать. Нужно понимать, что с ребенком недоношенным делать, что нельзя, что можно. И нужно понимать, в какое время можно, в какое время нельзя. Ну, я уже сказала вот в начале, что недоношенных деток только в Алтайском крае очень большое количество. С чем это связано? Это стабильная какая-то ситуация? Так было всегда? Или это какой-то тренд, бич современности? Вот вы знаете, недоношенные дети, вообще невынашивание, это какой-то определенный процент, который был всегда. Вот на протяжении последних трех десятков лет, ну, о чем я компетентна говорить на моей практике, их всегда от 6 до 10% к общему количеству родов есть. Но в последнее время, в последние десятилетия и свои особенности, рост идет, и это нормально. Ну, во-первых, урбанизация, понятно, ясное дело, большие города там больше, где в меньших городах, где чище воздух, там меньше, а в общей сложности получается вот такой процент. Но смотрите, что происходит. Мы же с вами вмешиваемся в природу. Мы же с вами как бы влезли туда, простите, вот, со своим экстракорпоральным оплодотворением. И, в общем, это не хорошо, не плохо, это есть. Это просто так, это наша жизнь. Вот это самое экстракорпоральное оплодотворение, оно же для кого-то, для какой-то женщины, это единственный выход стать матерью. Вот. И, естественно, раз это есть, да, раз оно появилось, в связи с этим будет расти и рост недоношенных, будет расти количество недоношенных детей. То есть процент невынашивания будет выше. Двойни, тройни – это все ЭКО. Вот. Поэтому как бы с этим слишком связано. Плюс вредные привычки, плюс зависимости. Эти женщины рожают.
Они не думают, может быть, но они рожают. И они тоже идут в эту статистику. Но дети-то ни в чем не виноваты же, собственно говоря. Насколько для вот недоношенных, коль уж мы сейчас про них пока говорим, детей, важны занятия в бассейне? Ведь Елена уже сказала, что это особенные дети. Они еще не с какими-то конкретными нарушениями и диагнозами, да, 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 но да. Они уже особенные, потому что развиваются не так, как все остальные здоровые. Ну, мы работаем с теми, кто уже, так скажем, не может как-то получить раннюю реабилитацию, поскольку родители вот уже приходят с конкретным диагнозом. У нас в России диагноз ДЦП принято ставить в год. В Китае эту проблему решают уже в 2 месяца. Да? То есть при малейших каких-то вот подозрениях начинается ранняя реабилитация детей. Вот. У нас это все растягивается. Вот 11-12 месяцев. Это, конечно, проблемы. Поэтому вопросы ранней реабилитации и были подняты именно вот у нас на площадке. Почему важно? Мы в Барнауле как такового опыта работы в условиях бассейнов не имеем. Вот мы занимаемся, конечно, их считаем мы недоношенными, поскольку они уже приходят в 5-6 месяцев, но уже как бы процесс, так скажем, момент упущен, да, того самого периода. Наверное, польза не то, что бассейна, а польза плавания как такового. Ведь мама может с ним и дома заниматься плаванием. Вот колоссальный опыт работы был представлен на одной из таких вот конференций в Бурятии, когда в условиях поликлиник обычных специалисты не только допаривают в этих инкубаторах, но в сухой иммерсии, да, делают такую гидрореабилитацию, гидрованочки для детей. Прямо в самом, вот, ну, в больницах, да, так скажем, после которых... На втором этапе выхаживания, да, в стационарах, да, в отделениях патологии новорожденных. Да. Ну, если поточнее. На каком этапе тогда у нас происходит такой пробел, что ребенок приходит не вот сразу, а уже в 5 месяцев? Ну, в смысле, не приходит, естественно, а его приводят родители. Почему? Кто вовремя не среагировал? Вот где не сработали? Какая система? Ну, здесь, мне кажется, такая двухсторонняя проблема. С одной стороны, родители, которые мало осведомлены, да, о вообще особенностях физиологии, патологии этих детей, потому что вот особенно молодые мамы, которые век интернета, смотрят очень много Инстаграма и, так скажем, не сильно верят. Ему верят, да. На него равняются. Вот. И с другой стороны, врачи, которые основная задача не навредить, но еще и как-то огораживают, да, то есть оберегают этих, эту категорию детей. Поэтому, когда приходит малыш уже в то время, когда мы уже не можем так рано с ним заниматься, да, уже начинается другой комплекс упражнений, другие мероприятия, другие условия. Но вот у нас в городе, допустим, нет условий для занятия с недоношенными детьми, потому что есть опыт работы, допустим, у коллег из Красноярска, когда у них на занятия, да, на гидро такую реабилитацию приносят детей граммом 900. Ну, то есть вот телефон столько весит, да? 900-граммовых детей вот таки, с такими детьми работают. Ну, конечно, сначала в условиях домашних ванн, то есть это называется аквапатронаж, да? Дальше потом уже в условиях ванн с таких стационарных. Ну, вот... Не знаю, может быть. Если все так действительно важно, на каком уровне нужно дать пинок, чтобы все заработало? Ну, вот, смотрите, сейчас ситуация такая у нас в стране, в принципе. Вообще, если разделить выхаживание недоношенного ребенка на этапы, то можно выделить 3 этапа. Первый этап – это ранняя адаптация, это реанимация чаще всего. Потом второй этап выхаживания – это отделение, специализированное отделение патологии новорожденных недоношенных детей. И третий этап – поликлинический, то есть амбулаторный этап. Вот первый этап и второй этап у нас не пробуксовывают. Выхаживаем мы их вообще классно. То есть мы умеем, Россия умеет это делать. И 500 грамм, и 480 грамм. Мы даем хорошие результаты, хорошие показатели. Второй этап тоже не буксует. То есть мы уже то, что достигнуто на первом этапе, то есть мы запустили легкие, мы дали дыхание, мы дальше начинаем развивать его, дозревать. Ну, естественно, что он развиваться будет не в естественных условиях, да, потому что он уже родился. Но мы все-таки это знаем, учитываем. Но как только мама приходит после стационара домой с хорошим ребенком,
То есть уже он идет в весе, уже он самостоятельно сосет, уже у него есть, то есть его не выпишут, пока он не сдаст какой-то определенный экзамен. Mm-hmm. Вот приходят они, к примеру, месяца в 3, в 4, ну, от 3 до 4, 2,5 месяца, в зависимости от степени недоношенности. И вот здесь начинаются все проблемы. И проблемы, конечно, в рамках 15-минутной беседы, конечно, мы с вами их все не обнимем. Но я бы хотела обозначить остальные. Первое. Неинформированность родителей. То есть родители не знают, что с этим делать. Кого слушать? Бабушку, дедушку или прабабушку, прадедушку? Ничего не делай, пусть выпаривать будем, да, греем. Никуда не ходи, ничего, никого не пускай. И это, кстати, правильно. Никуда не ходи, никого не пускай. Это очень правильно, потому что иммунная система такая же незрелая, да. Потому что сзади у него антибактериальная терапия и всякие вот эти вот вещи, которые... Да, ему нужен домашний режим, щадящий режим. Нельзя ему ни в какую поликлинику. Но поликлиника должна к нему приходить. Должны приходить специалисты. И это все, протоколы-то есть. Клинические протоколы амбулаторного этапа ведения недоношенных детей есть. Но я нигде не видела, где бы они соблюдались. Вот, значит, это первая часть. Mm-hmm. Это информированность родителей. Mm-hmm. Вторая. Пробуксовки на поликлиническом этапе со стороны специалистов. Почему? Да потому не что хватает. Нет специалистов. Потому, ну, нет специалистов. Проведите для них какие-то курсы, я не знаю, как мне конкретно про вас говорю, а научите этих несчастных Лена, терапевтов, ну, что делать с такими. Нет. Педиатров. Педиатров нет. Ну, если на, к нему пришел такой ребенок, у тебя нет. уже пунктик в Смотрите, голове должен да. быть. Диспансеризация – это такая штука, за которой следят главный врач, там, то есть вот у тебя на участке... Есть такой младенец, ты обязана в это время сделать это. И оно и делается. Может быть, оно и делается. Но самое интересное, что вот это вторая проблема, да? Где-то там пробуксовка, где-то там что-то не идет. Угу. А третья проблема – это информированность педиатров, неврологов, окулистов, лор-врачей. Вернее, не информированность, а пользе. Гидрореабилитации для именно недоношенных детей. То есть вот я, имея большой практический опыт в грудничковом плавании, в реабилитации недоношенных детей и большой практический опыт в ведении этих детей в родильном доме, потому что я просто в родильном доме работаю. Так вот, я понимаю, что если, то есть я им что рассказываю, я транслирую, надо, чтобы все это транслировали, что если у тебя дома есть кран с водой и ванна, все, тебе уже повезло. Тебе надо единственное, что сделать, налить воду в большую ванну и выполнять несколько упражнений, очень простых. Этому должны обучать наши тренеры. Именно для этого мы и собрались. Это несложные движения. Но они спасут ребенку здоровье. Вот, вот Елена, кстати, если вот эти все... пункты, которые вы сказали, этот не знает, этот не сделал, этот не доделал, все будут выполнять верно, мне кажется, мы можем столкнуться с другой проблемой. Всех этих деток будут направлять на гидрореабилитацию. А достаточно ли у нас, в частности, в Барнауле, таких вот учреждений, бассейнов, где есть специалисты? Ведь они тоже не просто руками махать надо, а конкретные там определенные занятия с ними. Ну да, вот этот вот аквапатронаж – это всего лишь определенный этап. Ну, дорастет он там до 6 килограмм. То есть, соответственно, мы на другую программу выходим, в другую проблему. Теперь развитие сети именно вот подобных учреждений. Ну, если говорить вот конкретно про недоношенных детей, то у нас условий-то как таковых по городу нет. Я знаю все абсолютно бассейны раннего плавания, не только раннего. С такими детьми, ну, никто не работает. То есть у нас сейчас, ну, вот обучатся несколько специалистов по городу, кто будет иметь сертификаты, да, и разрешение, так скажем, работать с такими малышами. Ну, и на этом все. А где они учатся? Вот как раз в рамках нашего проекта они обучают. Да. Ну, хорошо, что есть образование. Это уже какую-то школу, судя по вашим высказываниям, эмоциональным каким-то вот словам, вы болеете этим, видно и слышно. Уже пора школу делать для инструкторов именно по работе с недоношенными детками.
Ну, в Алтайском крае нет пока такой школы, чтобы подготовки специалистов, поэтому мы вот второй год проводим этот проект, да, по гидрореабилитации мероприятия, который как раз объединяет специалистов, обменивается, дает возможность обменяться опытом, пообщаться с коллегами, да, почерпнуть новые знания, посмотреть, как это происходит вообще в других городах, с экспертами, так скажем, пообщаться, задать важные, нужные вопросы. Но если говорить про инфраструктурные моменты, это проблема. Да, у нас создается доступная среда, но доступная среда этим детям нужна будет уже потом. Так можно не доводить до этого момента, да, начать занятия гораздо раньше, чтобы снизить инвалидизацию детей, да, и разные патологии уже в будущем. Вот я всегда надеюсь, что каждое новое интервью в этой студии, оно интересно, ну, пусть не всем, но многим, и кого-то зацепит. Вот, предположим, сейчас нас смотрят родители вот таких вот недоношенных деток. Куда им бежать? Вот они услышали, и до них каждое слово дошло. Они пришли к тому же педиатру и говорят: «А я знаю», а говорят, а советуют: «Нам нужна вода». Куда им идти? Опять же, в том же интернете смотреть эти занятия? Очень как? Часто педиатры отговаривают родителей. Да, это еще одна проблема. Вот мы говорим, одни проблемы. Да. Отговаривают родителей посещать такое общественные благородное, места. Благородное, хорошее дело. Вот, Жень, смотри, давай, вот смотри, я педиатр, я сижу на участке, да? Их же тоже можно понять. То есть педиатры – это не какие-то звери, и они не враги. Но важно детям. Знать, кому отправлять. Нет, смысл весь в том, давайте разберемся. Мне чаще, ну, сидела бы я на участке, работала бы я на участке, если я не знаю, что вы там с ними будете делать, угу, и куда его понесут, то я лучше запрещу. Ну, возможно, какие-то тогда курсы, смотрите, для родителей с недоношенными детками. Нет, я не знаю, какое предложение сделать. А если, например, вот я предлагаю как? Открыть двери наших бассейнов для педиатров и показать и рассказать. Смотрите, мы делаем это подкреплено этим, вот какие результаты, вот такая температура воды, вот мы выполняем такие движения, мы знаем их проблемы, БЛД, ретинопатию, мы знаем мышечный тонус, мы знаем все. Мы вот это вот все знаем, вот мы сдали вам экзамен. Пожалуйста, назначайте. Идея для следующей конференции. Не специалистов в этой истории, да, а вот приглашать как раз педиатров. День открытых дверей, да. Потому что врач – это не враг. Врач – это сотрудник и союзник маме. Но, представляете, мама и не должна быть сильно-то умной. То есть мама не должна, не обязательно должна иметь высшее медицинское образование, еще там специализацию по недоношенным детям, если она просто мама. Да? Но врач же стоит на страже ее ребенка. Естественно, он ей скажет, что есть такие риски, особенно если ребенок недоношенный. А то, что говорит врач, ложится на мозги мамы как аксиома. Да? Если человек в белом халате сказал: «Нет, не ходи, да ты что? Сиди дома и никуда не ходи, да-то». Но не дал никакой другой инструмент. Но она будет сидеть дома, и она придет в 10 месяцев, когда уже вот это золотое время упущено. С недоношенными детьми, чем раньше он попадет в воду, тем лучше. Чем вода так хороша для недоношенного? А вода хороша вообще для всех. Вода – это такая уникальная среда, которые, вот уникальное свойство воды, мы их с вами вот здесь сейчас за столом не повторим, да, здесь земная гравитация, mm-hmm, здесь суша, и мы не рыбы, мы живем не в воде, да, и мы имеем развитие сухопутное, все правильно, но периодически пребывая, то есть проводя занятия в воде, то есть взаимодействуя с ребенком в воде, мы можем с помощью физических свойств воды выполнять определенные такие виды воздействия на организм ребенка, на сенсорные входы именно недоношенного малыша, ну и для всех остальных, и даже для взрослых, и даже если тебе 99, тоже это очень сильно полезно, вот, которое мы не можем дать на суше. Тот эффект, который дает раннее грудничковое плавание, мы не можем получить ни в одном виде фитнеса у детей до года. Да и какой вид фитнеса у детей до года? Ну вот скажите мне. Но мы все с вами больше остановились как-то на малышах, да, совсем-совсем малюсеньких. Есть еще одна категория ребят, которым, и они наверняка уже постарше, которым, да, требуется такая реабилитация. Да. Это детки с ограниченными, будем так говорить, возможностями здоровья. Чаще всего это ДЦП.
И, скорее всего, такие детки уже пришли, когда обратно ничего не вернуть, и начались занятия. Как скоро вы, тренеры, замечаете, что процесс идет? Или никуда не идет? Сколько нужно времени? Ну, понимаю, что в каждом случае это свой период, чтобы понять, что да, идем верной дорогой. Ну, здесь такой вопрос, знаете, как-то палка о двух концах. Когда родители пишут, говорят, ну когда же он поплывет-то? Угу. Ну когда же вот он уже начнет нырять? Да. Ну когда же? Все зависит от ребенка. Во-первых, это период адаптации, у каждого свой. Да? Если говорить про диагноз ДЦП, то мы сейчас вообще работаем в тандеме с родителями. То есть, да, у нас есть занятия и индивидуальные, когда вот совсем сложные какие-то случаи. Но наша политика сейчас идет в сторону групповых занятий, в пользу обучения родителей, приобщения родителей, да, для того, чтобы мама понимала, как использовать воду, ее свойства, не только дома, да, но и где-то там на реабилитации, поехали в санаторий, путевку дали долгожданную, либо на какой-то курс, и там есть бассейны, но нет специалистов, но зато мама, которая знает, что нужно делать. Это классно. Поэтому дети сейчас у нас... Конкретно вот если говорить про нынешних, вот нынешнее время, занимаются уже старше. То есть есть небольшой процент детей раннего возраста, в основном это дети уже после 7 лет с ДЦП. С ними, конечно, сейчас тяжело работать. Почему? Потому что уже возраст, вес, наши возможности, они тоже ограничены. Да, у нас есть теплая вода, у нас есть условия в плане там размещения, но дети растут, им нужно создавать условия. И та среда в региональном нашем, так скажем, пользовании, которая есть, она абсолютно никак не приспособлена для этих детей. Есть бассейны, есть организованные группы для детей-инвалидов, но холодная вода. Не всем она показана. Да она никому и специалистов, показана. Которые бы там работали, тоже нет. Поэтому проблем здесь очень много. Поэтому с какой стороны на этот вопрос ответить, я даже не знаю, если честно. Может быть, Женя, есть какие-то примеры? Потому что есть, так скажем, дети, которые... плывут сразу и ныряют хорошо сразу. А есть ребенок, допустим, который может 2 месяца ходить стабильно и ни разу голову не намочить. Есть дети, которые боятся, в принципе, голову мочить, их в ванной никогда не мыли, их моют в душе. Ну, то есть, ну, конечно, есть хорошие примеры, когда дети вообще получают ту пользу, ради которой они приходят. Это положительные эмоции, да, это радость от, так скажем, от этих бесконечных курсов массажа, ЛФК, где вот им делают больно, да, все вот, так скажем, ну, реабилитация – это процесс такой не совсем приятный, начнем с того, да. А гидрореабилитация? А в бассейне это положительные эмоции. Да, это радость, это смех, это мама рядом, это все хорошо, нет никаких моментов для паники. Да, есть упражнения, которые нужно выполнять. Да, есть системность, которую нужно соблюдать, и она дает результат. Только система дает результат. Поэтому мы мамам говорим, что нужно заниматься регулярно, и тогда будут какие-то сдвижки. А сколько у вас в группе ребят, или, ну, вот если групповые занятия? Ну, вот у нас есть проект, социально значимый проект, он называется «Волна добра». Мы его ведем с 2018 года. В данном направлении нас поддерживают, допустим, вот в этом году поддержал фонд Потанина, и мы работаем с мамами на протяжении года. То есть это долгосрочный проект. Группа 5 человек, 5 мам, 5 детей. И так у нас организовано 5 групп. То есть общее количество детей 20. Вот мы всегда работаем с этой двадцаткой. 20 детей и 20 мам. Ну, еще папа подключается, тоже классно. Потому вам что... уже можно писать диссертацию. Да нет, вы что? Диссертацию нам еще рано писать. По вашему мнению, что может повлиять на развитие ситуации? Вот такие конференции, которые вы создаете, они наверняка дают какие-то положительные плоды. Вы разъехались, вы начали полученные знания транслировать. Круг, значит, у нас с вами расширяется. А чтобы не было это вот так вот, потихоньку, помаленьку, а вот со стороны правительства, быть может, какая-то поддержка, чтобы вот раз, а слушайте, хорошая идея, а почему бы нам этого не сделать, ну, и вырастить здоровое поколение? Ну что, во-первых, это зависит от конкретного каждого руководителя.
Да, то есть, ну, надо понимать, что вот эти структуры, которые сейчас занимаются гидрореабилитацией, они чаще всего частные. В том и дело. Вот. Все зависит от во-первых, все зависит от того, от отношения руководителя к своему проекту. То есть, либо это просто бизнес, либо это помощь детям. И заодно бизнес, да? Ну, надо смотреть правде в глаза, ничего с этим не поделаешь, дети есть, им помогать надо. В случаях с детьми, с детским церебральным параличом, с другими болезнями неизлечимыми, наша задача не стоит их вылечить, наша задача их стоит, поддержать состояние их здоровья на этом уровне, на котором mm-hmm. они сейчас есть, не допустить ухудшения отката назад, и это значит улучшить качество жизни, и подарить счастье и радость, как любому ребенку в детстве. Угу. Вот. Еще бы я сказала, момент социализации, да? Плюс, да, ну да. Имеет место да, быть да, всегда да, во да. всем. Ну, дети очень любят эти занятия. Как быть? Да, действительно, есть президентские программы, действительно, есть поддержка правительства для социальных предпринимателей, есть программы региональные, лучший социальный проект, где определенные проекты, какие-то проекты, которые выигрывают эти программы, они освещаются, во-первых, рассказываются, то есть больше людей узнает о том, что есть, что возможно. Есть президентские гранты, есть региональные гранты. Это все, конечно, есть. Но у нас точно есть к чему стремиться. Да-да. То есть у нас настолько непаханное поле. И самое главное, чтобы в этом непаханном поле не детей больше становилось, а чтобы этих детей, чтобы наши вот эти услуги гидрореабилитации, любой реабилитации вообще не понадобились бы. То есть нам нужно думать о профилактике. И вот это вот забытое слово «профилактика» – это женское здоровье. Понимаете? Это то, чтобы женщина доносила в собственном инкубаторе внутри своего живота здорового доношенного ребенка. Если уж какая-то проблема случилась, значит, нужно на самых ранних этапах оказывать эту помощь и им действительно эффективно помогать. Угу. Вот. Поэтому все опять упирается в медицину, и второе, я считаю, развитие, вот так как вот эти центры, ну, большие центры есть, есть государственные, есть там частное партнерство, но есть же и малые города. И вот если малый и средний бизнес развивается в этом направлении хорошо, если они имеют поддержку администрации местных, да, то обязательно, это же несложно организовать вот такой частный детский центр с бассейном для грудничков и для детей раннего возраста, и даже для этих маленьких особяток, когда они еще маленькие, до 7 лет, когда их на ручки можно взять, и для них будет доступная среда. То есть и ты их через борт просто еще руками можешь подать, когда не надо вот этих вот подъемников и так далее. Почему этому не быть на местах? Ведь не надо никуда ездить. Ходи 2-3 раза в неделю. Но проблема, у них же денег нет. То есть, понимаете, нужна материальная поддержка каждой семье. Если у нее есть такой ребенок, я не очень компетентна в этом вопросе на 100%, не могу сказать. Такие программы тоже есть, чтобы уж не говорить там, что им ничего никто нигде не дает. Все это, конечно, так. Но все-таки доступность, возможность, чтобы индивидуальный предприниматель, например, который работает в этом направлении, оказывал вот эту услугу, пусть за, например, либо бесплатно, но получал дотацию из государства. Mm-hmm. Вот это очень у нас практически не распространено, к большому сожалению. Вот это был бы выход, потому что родителям не пришлось бы тратить деньги на переезд, где дети во время переезда простывают, болеют, опять у них адаптация, опять откаты назад, опять они привыкают. Они туда только приехали, только ОРЗ вылечили, только их начали лечить куда-то на выезд. Да? Им надо ехать назад. Они опять едут на самолете, на автобусе, приезжают они опять с соплями, у них опять откат назад. И получается, что вся вот эта реабилитация, на которую они съездили, и им государство выделило достаточно большие деньги, получается, что она не дала бессмысленно, эффективности нет. Если ты живешь вот здесь, вот на этой улице, да, и у тебя на соседней улице есть бассейн, ну зачем тебе, зачем тебе ехать куда-то там, тратить вот эти деньги на все, вот зачем тебе подвиги совершать?
когда у тебя есть все рядом. Создать нужно информационную какую-то вот облако, чтобы женщины понимали, куда пойти, какие там услуги есть, и доступную оплату или вообще без оплаты для того, чтобы принести пользу-то детям. А пользу детям принести можно с помощью воды легко. К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Да, к сожалению, у меня вопросов еще очень много. И складывается такое ощущение, что кого-то рядом с нами не хватает. Вот той оборотной стороны, которая могла бы дать ответы на эти «почему», «а когда», «а где», да? Ну, у нас были на мероприятии представители и Министерства социального развития, да, и представители спортивного комитета, поэтому все как-то смотрят в одном ключе, но, как бы, словом, всегда поддержать могут, да. Но машинка пока не очень едет. Надеемся, что-то и получится. Хотя вот в 2018 году вот мы стали лучшим проектом России, вот в частности как раз лучшим социальным проектом. Да, России, обратите внимание, не Барнаул, не Алтай. И тогда в 2018 году нас поддержали, нам выделили 200 тысяч рублей это, на развитие. И тогда, собственно говоря, с этих денег и начал зарождаться наш вот проект. Не знаю, чем это закончится. Хотелось бы, конечно, чтобы это было и подготовка специалистов, и, так скажем, работа с ранней реабилитацией, для того, чтобы не пришлось уже, так скажем, работать с теми, кому мы помочь можем не скоро. Так, прощаемся. Обещайте, что в следующем году, когда вы приедете в очередной раз на конференцию, мы встретимся здесь вместе. Ох, не знаю, Владимировна, приедете или нет. И будем говорить Зовите, уже конечно, приеду. О тех этапах и перспективах, и положительных продвижениях, которые случились за этот рабочий год. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Игнатьева, врач-неонатолог, эксперт в области грудничкового плавания, город Кемерово, и Евгения Толочко, директор благотворительного фонда помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Путь к мечте».